Всем привет, уважаемые подписчики, с вами Слава Спец, и в этом видеоролике я вам расскажу, как дойти до 500-го кейса лета 24 без доната. Не забывайте ставить лайк, писать свой комментарий и подписываться на канал. А все действия проходят на проекте GTA 5 RP. Чтобы начать играть, переходи по ссылке в описании, скачивай лаунчер и заходи в игру. Для прокачки аккаунта тебе нужен мой промокод. Чтобы его ввести, нажимай на F10, приглашение и вводи промокод Трунов, и ты станешь самым богатым человеком в нашем штате. Я играю на сервере Strafbury, залетай, будем играть вместе. Первое, это нужно тебе включить свой комп и зайти в игру, нажать на F10 и посмотреть задание. Второе, если вы нигде не состоите, то вам будут падать разные задания, типа стройка, шахта, карьер. Бывают падают сложные задания, которые неохота делать, это типа акваланг 30 раз или же механик 30 раз и так далее. Для того, чтобы скипнуть задания, если у вас есть бонус-поинты, вы можете нажать на F10 и за 10 бонусов сменить задание. Третье. Для фарма пропуска подойдет госфракция армия. Там все задания можно делать внутри воинской части Форт Занкуда. Ничего сложного, задания делаются быстрее, чем у обычного человека, который нигде не состоит. Пропуск состоит из 500 кейсов. Это 90 кейсов с вещами, а также со скинами на оружие, я посчитал это вместе. 4 кейса с автомобилями и 4 кейса с уникальными предметами, а это костюм флэш, маска дайвера, доска для серфинга и машинка на радиоуправление. Ну и бриллиантовый кейс с двумя уникальными авто. Но в этом пропуске добавили не старые мустанги, а нормальные современные автомобили. Едут они 240-250 км в час и спокойно могут заменить авто с платином автосалона. Ну это типа Kia Ceed, ну и прочие другие тачки. В бриллиантовом кейсе два автомобиля, это Lamborghini Murcielago и Ferrari 812 Superfast. Эти тачки едут по 440 км в час. А теперь самое главное, кто бы там какие схемы не придумывал, таблицы, чтобы открыть 500 кейс, нужно выполнять все задания и стоять в АФК 24/7. В сутки будет выходить 5,5 уровней, за 2 дня 11 уровней, лето 24 идет ровно 92 дня, это 506 уровней, то есть 506 уровней это АФК и выполнение задания. Если не отказываться от призов. Если же отказываться от всех призов, у вас будет в запасе 10 дней. Это 110 уровней. Потому что 90 уровней это вещи, оружейные кейсы и 4 кейса с автомобилями. Это плюс 20 уровней. Конечно же, лето нужно проводить с друзьями на улице. Или же отдыхать где-нибудь с родителями. Ну а кто? У нас комнатный герой, welcome, GTA 5 RP, прокачивай пропуск. Ну а если у тебя завалялись лишние 100 косарей, закидывай в игру донат и крути до 500-го кейса и собирай призы. На этом видеоролик подходит к концу. Всем, кто посмотрел до конца, большое спасибо. Прожимайте лайк и оформляйте подписку на канал и пишите свое мнение в комментарии. Всем хорошего летнего настроения и всем пока-пока.